Условно сегодня единый день голосования, 10 сентября 2017 года, время 7 часов утра. Избирательная комиссия открывает участок для голосования и приступает к работе. Никаких условностей. Все делается так, как будто уже сегодня на участке придут жители Ленинского района. Лишь только момент чтения сценария выдает то, что пока это только учение. Накануне дня голосования председателем УИК были проведены следующие мероприятия по обеспечению безопасности на территории избирательного участка. Избирательная комиссия Московской области совместно с ГУВД региона и администрацией Ленинского района на базе районного историко-культурного центра проводит тренировку по отработке действий во время возникновения нештатной ситуации в период проведения выборов. По легенде, в ходе осмотра территории участка обнаруживается бесхозный пакет с отходящими от него проводами. Полицейский, дежуривший на участке, ставит в известность председателя комиссии и оповещает все службы немедленного реагирования. Принимается решение об эвакуации людей. Уважаемые граждане, члены избирательной комиссии, по техническим причинам голосование на данном избирательном участке будет временно приостановлено. Прошу всех соблюдать спокойствие и неукоснительно следовать нашим указаниям. Эвакуация проходит через запасной выход. Также происходит опечатка избирательных урн, которые переносят в передвижной избирательный участок, расположенный в автобусе на безопасном расстоянии от ЭКЦ. Если здесь у нас сидят члены комиссии, которые выдают бюллетени, здесь он тайно заполняет бюллетени, пускает его в урну. Ему легко выйти через переднюю дверь. Сюда заходит следующий избиратель, уже очередь. Спецслужбы, проведя проверку здания и убедившись в его безопасности, разрешают членам комиссии вернуть избирательный участок обратно. Уважаемые участники избирательного процесса, голосование на передвижном избирательном участке прекращено. Голосование будет продолжено в помещении нашего избирательного участка в помещении. Такие действия отрабатываются снова и снова для того, чтобы быть готовым к любым ситуациям и не растеряться в нужный момент. Все мы накануне выборов, которые нам 10 сентября предстоит провести, в том числе в Ленинском районе, и мы должны обеспечить не только организованных проведений, но и самое главное обеспечить безопасность, да, при проведении этих выборов. И вот чтобы они прошли безопасно, мы готовимся ко всем неожиданным ситуациям, которые могут быть возникнуть, да, вплоть до самых, да, чрезвычайных. Эти учения проходят в течение недели. И после таких тренировок каждая участковая избирательная комиссия будет понимать, куда надо обращаться, что делать и как. Елена Бабина, Владимир Андреянов, Елена Кошелева, Видное ТВ.